Итак, всем привет, вы на канале Эрик Антона. И мы продолжаем турнир Делик Нокаут. Одну восьмую мы прошли тяжело. Теперь нам предстоит 1/4. Так, у нас есть игроки без контрактов, но это легко поправимо. Потому что контрактов у меня очень-очень много. Можно сразу дать ему побольше. Так, нам нужно поменять полузащиту. Выпустим черненького защитника. Сменим форвардов, которые уже изрядно подустали. Так, ну все, в принципе, готовы мы в бой. Поехали. Так, играем Рио Курата какой-то. Ну, что-то он не хочет. Он покинул он матч. Наверное, обосрался. Увидев, какой крутой чувак, он наложил, так сказать, в штаны от увиденного. О, ЦСКА. Так, тоже вышел соперник. Так, все, наконец-то нашелся соперник. Это Санти Вуду. Блин, играет тактика 4-5-1. Игроки у него из разных лиг. Ну, все связаны. Что я скажу? Ну, надо побеждать, ребят. Это надо проходить. Игра началась, смотрим. Будем пробовать состав играть в команды, свою игру. На экране. Сегодня тренер решил сыграть без. Нифига ты ему пригрел. И очень любопытно, будут ли подключаться к атаке крайние защитники. Такие передачи придают. Передачка не прошла. Блин, вот. Было уже, было, так же мяч играли. Брошен, не хотят терять ни секунды. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Пиши. И навес. Этот навес становится легкой добычей защиты. Ах ты. Ну. Джефферсон Монте. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Это может быть опасно. Так, он выбил, он выбил. Угловой, отлично. Бьет он блин, головой. Неплохо, неплохо по оси. Надо забыть это побыстрее и играть дальше. Так, вратарь не рискует. Перехват в центральной убивает зоне. Слабенько. Нифига это себе закидушка. Ага, сайт. Рывком вне игры. Тогда ладно. То я уже было подумал, ничего себе. У нас сегодня в составе новичок, центральный полузащитник. Центральная линия нуждалась в усилении, и вот, наконец, тренер получил игрока, который ему был нужен. Ну, вот там же возня идет. Ну, тут ты что-нибудь сделай. Блин, ты вот так себя отрезаешь, просто ужасно. Оливье Жиру. Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель. Эх, жаль, хорошая могла бы получиться. Есть. Карри тут подключается. Может что-то получиться. Так. Мяч у защитника, он сыграл надежно. Ну давай, давай, давай. Альберто. Ай, ну что-то так долго все переключалось, кошмар какой-то. Мяч перехвачен, защитник молодец. Плохо сыграно, мяч потерян. Да ёб твою мать. Боя. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Ну все это. Да фол, это блин. Явный фол. Сейчас еще жопу. Ну, хорошо, жопу не дали. Ой, кошмарики. На воздушном шарике. Отлично сыграно. Надо решать. Чемберлен.
Мяч в воротах, а они вперед. Ребят, ну пока ничего не могу сделать. Просто сейчас у меня просто убрал, блядь. Вот я люблю такие мячи, аккуратненько в угол. Я тоже очень люблю удар на технику, на исполнение. Прекрасный гол. 1-0 в нашей игре. Ну да, это надо было отдать, чтобы мяч был у меня. Хуан Мата. Майкл Керри. Может получиться интересная атака. И это удар! Так... Блокирует он удар соперника. Это опять возня возле ворот. И выносит мяч за лицевую защитник. Оскар. Пас в штрафную. Ну это вот ничего, просто ни о чем. Вратарь легко завладел мячом. Хорошая игра в отборе, просто но мяч вообще, пока ничей. Вот, когда нет игры, ну тогда нет игры. И ничего тут не сделаешь. Альберто Морен. Женели Имбюла. Ну чё никто не бежит, так ничего, я ничего понять не могу. Мы чё, победили что ли? Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Успешно навязал борьбу. Отличный удар. Муса! Да фу, не могу. Просто от штангочки зашел одна. Муса зацепился, поборолся, умница. На это мы будем смотреть, конечно, это же я забил. На это мы посмотрим. Просто цепанулся, красава, смотри. Ну, смотри, мяч катился, катился. Ах, равный, 1-1. Шедевр. Такими действиями игру не обострить. Посмотрим за этой атакой. Великолепная игра в пас. Ну, главное бывает. Посмотрим, что он делает. Владеет мячом команда и выбирает момент для обостряющей передачи. Джефферсон Монтеро. Атака остановлена, но кто получит мяч? Мяч перешел к другой команде. Да ёб твою мать. Прекрасная передача. Оливье Жиро. Хорошая попытка, но прямо в руки вратаря. Это может быть опасно. Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. Боя. Да ё-моё. Если вариантов нет, отдай мяч обратно. Потерял он мяч, но кому он достанется? Пока неплохо. Я уже сбился считать передачи, честно говоря. Их много, и они все точны. Заигрались они в пас. Надо было уже как-то обострять атаку. Давай, 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 давай. Муса. Он накручивает соперников одного за другим. Ну, это ежина. И у них преимущество в один мяч. Спокойненько закатывает мяч в сетку. Ежиница. Просто. Но ведь ему позволили это сделать. Позволили получить мяч, пройти к воротам и сделать то, что он сделал. Да, покуражился парень, но особо стоит отметить, конечно, его технику. Да вообще в куражах. После этого гола счет у нас стал 2-1. Тем интереснее смотреть. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Что ты там встал, показываешь? Здесь защита справляется, мяч отобран. Ахмед Муса. Как он работает с мячом, всех обыграл. Оскар. Да блин. Проверка вратаря, он на месте, никуда не ушел. Мяч потерян, отличный перехват. Табличка в руках четвертого судьи, 3 минуты осталось. Ёб твою мать, ну там, Кирпич, конечно, будет забивать. Блин, вот сейчас. Боя. Это может быть опасная атака. Ну забью, сейчас пропустишь, точно тебе говорю. Катает мяч перед чужой штрафной в надежде на открывание кого-то из нападающих. Ну чего? Поможет ли еще один угловой наконец ликвидировать разницу в счете? Оксленд Чемберлен. А вот это может быть опасно.
боя. Он уже видел мяч в сетке, но защитник заблокировал удар. Вообще капец, короче, блин. Чего? Да там забить надо было, просто гол. Да, память у этого рефери хорошая, он ничего не забывает. Успешно навязал борьбу. Ну все, слава богу, перерыв. В борьбе. Оскара мы сразу, пожалуй, заменим на Мату. Во фланг пустим Леннона. Замена у нас. Уходит игрок с желтой карточкой. Это решение тренера вполне понятно. Альберто Морен. Может получиться интересная атака. Иванович. Блин. Хуан Мата. Посмотрите, как здорово ходит у них мяч. Не подобраться. Аарон Леннон. Неплохо действует игрок. Мяч отобранный. Что дальше? Пас с фланга. Вратарь легко забирает мяч, но не бросит в свой ворот. Джефферсон Монтен. Отлично. И Вальдесик. Вальдес умница. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Отличный навес. Опасно. Пушка-карик. Надежда, конечно, умирает последней, но, судя по табло, надежда уступающей команды уже на просто чудо была, ребят. Просто чудо. Если говорят, когда, что вратарь половина команды, то это не про наш случай. Сегодня блин, это залупили в галечник. Тут вратарь, конечно, проспал однозначно. Не знаю, наверное, соперник дезориентировал его, нажал кнопку выход, потом, наверное, эту кнопку отпустил. Ну и, соответственно, вратарь никуда не вышел. Джефферсон Монтен. Это может быть опасно. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Аарон Леннон. Друзья, вы поворотов-то бить собираетесь или нет? Пасы это, конечно, хорошо, но надо же голы забивать. Ничего хорошего в итоге из этой атаки не получилось. Они просто потеряли мяч. Хркич Перес. Давай. Бронислав Иванович. Хуан Мата. Это может быть опасно. Муса! Ах ты, стелится кабасинья какой-то. Ударище просто! Ахмед Муса! Ничего себе. И как пробил? Да как он от своего-то взял, Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Что-то беспредел. Гаэль Клиши. Не торопится арбитр со свистком, дает играть команду. Керрик. Отлично сыграно, надо решать. Какой удар! Штанга, момент не закончен. Отличный момент. Удар. Ложатся они под мяч, лишь бы не было гола. Ничего себе, там пяточка. Арбитр назначает угловой. Пяточкой пробил. Надо на повтор выводить. Защита надежно играет, мяч отобран. Черт. Нам не надо таких. Посмотрим за этой атакой. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет. А сейчас может быть вторая желтая. Вторая желтая, отлично. До свидания. Да, подвел команду, до конечно, свидания. Не справился с нервами. А что, все, вали? Действия в центре защиты всегда вали чреваты. Отсюда. Вряд ли теперь ком. Хо-хо-хо-хо. Быстро ты слетел, чувачок. Так, ну что, сейчас нас ждет перерасчет матча. Так, все нормально. Все как надо.
Так, яркие моменты игры. Так, вот это сейчас было что, штанга? Нет? Ну-ка. А, да. Какой удар! Этот момент штанга, хорош. Момент не закончен! Хороший, отличный хороший момент! Был момент. А, ну все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А, полуфинал будет в ближайшем видео. Все, всем пока и до новых встреч.